Они дерутся за так. Для них это пустяк. Бравый Зэп, бравый Зэп, бравый Зэп. Всем привет! А перед началом ролика хотим рассказать вам о том, что у нас открылся свой интернет-магазин вещей с различными принтами. На нашем сайте вы найдете большое количество качественных товаров. Футболки, худи, рюкзаки и так далее. С вашими любимыми персонажами из популярных мультсериалов, таких как Симпсоны, Южный парк, Рик и Морти и многие другие. Если вам не понравился дизайн, то вы можете создать собственный. У нас доступна доставка не только по России, но и по всему миру. Переходите на наш сайт, заказывайте и обязательно делитесь своими впечатлениями от покупки. Ссылка в описании. Бравый Зэп – кодовое название элитного отряда вооруженных легионеров, жаждущих смерти врагов даже ценой своей жизни. Детский сад. Так, давай смеяться и учиться. А сейчас шоу, которое научит детей правильному питанию, развлечениям и терпимости. Это выбор хиппи-нытиков. Оставайтесь с пурпур-ягодным прудиком. На пурпур-ягодном пруду веселится и млад и стар. Ну, наконец-то, никто не будет жаловаться на патриотический бред. Что это? Камень? Ненавижу камни. Да что вам нужно, тупые избиратели? Good morning, доброе утро, принцесса Пурпурка. Прекрасное утро, да? Просто пур-красное. Пур практически, пурп идеальное. Здорово, что нам не надоедает слово пурпурный никогда. А все благодаря сбалансированной диете на пурпур-ягодах. Что за протесты против бравого Зэпа? Он очень жестокий. Ладно. Мой священный долг, как главы свободного мира, положить конец насилию в мультфильмах. Начни свой день с пурпурной силы. А оставшееся молоко похоже на прудик. Пурпур-ягодные подушечки сладкие ингредиент полноценного завтрака с соком, тостом, ветчиной, яйцами, беконом, молоком, сыром, паштетом, вафлями и лошадиными витаминами. Я отредактирую программу. Розмари, у вас есть маркер? Вы же знаете, что есть. Пора ловчить. Бравый Зэп. Приветствую, принцесса Пурпурка. Я лорд Курагин, ваш новый сосед. Вы будете тут жить? По пурпур-соседству. Ты другой, ты мне не нравишься. Бравый Зэп. Бравый Зэп. Бравый Зэп – кодовое имя элитного отряда. Мирных патриотов, которые восстанавливают школы танками-пылесосами. Вот кто они. Операция «Перерезать глотку». Банана-сплит. Стойте! Неважно, какого цвета твои ягоды. И потом, для радуги нужны разные цвета. Я и не подумал. Прости, рыжий. Взгляни на небо, где в радуге сплетаются оранжевый и лиловый. Я должен добраться до тех ягод. Так, бравые зэпы, сегодняшнее задание – десантироваться в Форт Бомбовск и вернуть свои шрапнельные лазеры, украденные нашим заклятым врагом террористической группой Акроним. Акроним – ассоциация криминальных отморозков, нанятых иностранной мафией. Умно. Оставлю как есть. Теперь мои пурпур-ягодные подушечки со вкусом оранжеплода. Два цвета! Ух ты! Борт. Часть завтрака для девочек. Ой! Ой!
Я покажу им раз и навсегда, когда все взлетит на воздух. От холостого выстрела. Отличный план. Этот взрыв отправит их прямо к церкви. О, нет! Похититель ягод стреляет снежными бомбами! Да снег уничтожит урожай пурпур ягод! Стойте, это не снег, это сахар! Ура! Перекличка перед прыжком! Пылающий отморозок! Щелкунчик! Это не имя для женщины. Назовем ее Пэт. Водопыт! Любезный Джонни! Гроборезка! Пуховка! Чадо-изувер! Пас! Сахаромороженые пурпур-ягодные подушечки. И сахар видно. Не знаю, что выбрать, оригинальные или новые. Приближается телеграмма. Пилот, у тебя парашют с собой? Да, сэр. Отлично, я свой забыл. Сос, передайте моей жене. Я буду дома к обеду.